Вот вы упомянули представителей богемы, артистов в Думе. И я вот хотел бы узнать насчет Максакова и ее мужа. Ну, и личное общение. Вы общались с ними, когда были коллегами, нет? Не общались. И они меня звали на свадьбу, я не пришел. Дело в том, что я считаю, свадьба это очень личное. И иногда меня друзья, некоторые мои друзья, их не так много, их двое. У нас просто разные взгляды на жизнь, но нам не мешает дружить. И высказывание того, что на большом событии обязательно должны быть нужные люди, или, по крайней мере, нужно создать антураж, что тебя все знают, а ты знаешь всех, это признак очень больших празднеств, и не только празднеств, некоторых таких великосветских мероприятий, собраний, дней рождений, свадеб и прочего, где присутствуют люди, которых вы можете знать лишь в лицо. Но они приглашены, и люди туда приходят, потому что они приглашены, потому что это надо, потому что там можно встретить нужных людей. На моих мероприятиях, типа дня рождений, тем более мои там свадьбы, таких людей, ну, их просто не было. И не будет никогда. Потому что мне нужно, чтобы там были искренние тосты, пожелания и живое общение. Вот если говорить о, допустим, Вороненкове, Максаковой, я именно по этой причине не пошел на свадьбу. Потому что я не представлял, я не являлся другом семьи. И мое место там было совершенно лишнее.